Данный процесс происходит в электрозаклепках, односторонней контактной сварки. На оборудовании фирмы ЕВФ в данный момент на аппарате Tetrix, что позволяет нам производить сборку элементов как на плёс в данный момент. Так и стык двух деталей, что облегчает сборку. Да. Также можно производить дуговое соединение со спинной насадкой. Это позволяет собирать разбрызженные конструкции.